90 лет исполнилось одному из старейших муниципальных предприятий – Горводоканалу. Каждый день он подает новосибирцам более 500 тысяч кубометров воды. Как обеспечивают слаженную работу на всех этапах, расскажет Александр Потенихин. Виктор Жагин работает на Горводоканале уже 38 лет. Вместе с ним бесперебойную подачу воды помогает обеспечивать и вся его семья. 26 лет на предприятии трудится жена, 10 – старший сын и 3 года – младший. Будущее нашей страны и вообще нашего города, благополучие зависит от того, что такие люди работают на предприятии «Водоканал». Поскольку это мои сыновья, естественно, я им передам свой опыт богатый. Вот, они продолжат мое дело. И общее дело нашего предприятия. Я уверен, что наша вода очень чистая, очень качественная. Новосибирский Горводоканал занимает 3-е место после предприятий Москвы и Санкт-Петербурга по своим масштабам. Огромная сеть коммуникаций, более 2000 километров водоводов и свыше 1500 километров канализации. Чтобы вода поступала бесперебойно, нужна слаженная работа команды. У нас много технологических переделов: забор воды, водоочистка воды, транспортировка воды, перекачка стоков, очистка. Если на каждом из этих этапов сбиться, то не будет общего результата работы предприятия. Это как раз и ценность коллектива, чтобы на каждом отрезке, на каждом технологическом участке была собранность, сбалансированность, профессионализм, самоотдача. Горводоканал существует с 1929 года. От этого предприятия без преувеличения зависит жизнь Новосибирска. Без вас развитие города невозможно, потому что вы двигатель всего: экономики, строительства, промышленности, всего только то, что есть и развивается в нашем родном городе. Поэтому первое пожелание, чтобы вас никто и никогда не приватизировал. Предприятие обеспечивает водой весь Новосибирск, город Обь, Кольцово и Краснообск. Каждый день горожанам подают более 500 тысяч кубометров питьевой воды. Александр Потенихин и Евгений Макаров, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.